На 10-м международном фестивале современной хореографии на творческом Олимпе в Сочи любимый анапский коллектив City Jazz завоевал первые места в 4 возрастных группах. 10 танцевальных постановок вызвали у жюри фестиваля восторг. По возвращению новые номера артисты продемонстрировали своей любимой публике на родном курорте. Зал городского театра, как всегда, полон. Аплодисментами зрители встречают актуальную постановку «Жара». Привычный репертуар добавили лирики, пластики и даже немного латино. Зрители остались довольны. City Jazz всегда удивляет новинками, живой энергетикой и заряжает хорошим настроением. Мне очень понравился. Я вообще раньше занималась City Jazz, вот только недавно ушла. Мне они очень понравились, они большие молодцы. И развиваются с каждым годом все лучше и лучше. Я не первый раз посещаю концерт City Jazz. Я этот коллектив хорошо знаю, я их очень люблю всех.